вылезти не может. Скройся, чтобы тебя не видно было пока. Давай, давай. Давай. Вот они. До конца поснимай. Ну, заходите, заходите. Заходите. Она больная, она пенсионерка, а муж-то у ней хороший. И вот она его ведет домой, смотри. В дверь заходит, смотри дальше, как будет. Она каждый день слетает, она летать нисколько не может. И она его привела, сейчас будут любоваться, смотри. Так, вот сейчас долетит, давай, лети. Ну-ну-ну-ну, вот так. А она не может, ой, пенсионерка. Ой, смотри, что он делает-то, как с ней. Сейчас будет целовать ее. Голову ей под крыло загонит, лежит там, воркует. О, все, пошел. О, показать, какой он. Сейчас кверху залетит, к низу. Гнездо ей делает. Вот так. Ну, пошел. Поснимай здесь. Слушай, парень, я тебя не просил сюда. Давай на место, иди к ней. Вот так. О, вот тут поснимай. А тут ребят поснимают, смотри, как идут. Да я снял. Готовят визу наши. Вообще такая радость живет. Люди воюют, там Украина. Зачем воевать, когда голуби есть? Братство родное, такое близкое. Вот он пошел. О. Туда, я вижу, что хочет он. Сейчас я его скину вниз туда. И ее туда тоже. Напрасно ты сюда смотришь. Давай на место. Вот такой, да он хороший такой голубь, крепкий, сильный. Подожди, подожди, вот так. Иди сюда, снимай его здесь. Вот он где. Ну, а теперь я ее туда ему. Вот он пошел атаковать. Пошел атаковать, вот он. О, ой. Ну, он двухчубый, очень породистый. А она тоже особая такая. Ну, получилось так, что она раньше состарилась, и вот он теперь ее... И каждый день я вывожу ее на улицу на свидание. Там кормлю, он прилетит, а потом идет домой. Он сначала боялся, а сейчас нет, сам. Открытая дверь и чапает. Один раз я его оставляю ночевать, а вообще-то побудет сколько. Гляжу, он уже это спать хочет. Сейчас он будет. Сейчас я дам ему семечек еще. Пока. Вот какие у меня сосуды два. Это вот отходы с деревни, с Потеряевки. Игорь Барабаш дает. А это семечки дает Женя Долгов. Из подсёпной, фермер. Вот она, как видишь, посмотри, где она долбит там. Так, ну-ка разреши, я посыплю маленько. Ну, маленько посыпем. Ну, что такая? Ой, маленько, ну-ка давай-ка. Вот она где. Все, сейчас он будет там, поснимай пока. Муж, ты собираешься ли ты работать? Планируете ли вы обучаться? Является ли главной целью вашей поездки посещение пребывания близкого родственника, проживающего в Великобритании? Я не помню, что мы там запомнили. Это, по-моему, индивидуально. Даже для каждого человека. Нет, это понятно. Да? Да. Шо? Индивидуальный вопрос. Нет. Нет, это все. Вот такое дело. Война. Вот войны нету. Дальше смотрите. Дальше. Живем мирно. Слава тебе, Господи, что он там делает? Вон он, смотри, нажевывает. Это семечки он так приходит, ест, а она рядом сидит. Ой, как он тут. И она тут что-то вид дает, что-то клюет, а ничего нету там. Это она за компанию ему показывает, что она здоровая. А у нее какой горб вырос, ну старуха. Она пенсионерка. Вот как она. Жизнь-то какая. У нее длинные штанишки там были, шпоры на ногах. Я
перья такие. Я все обрезал, она их таскать уже не могла. Красулька такая. У нее глаза на выпучку, она особая порода какая-то непонятная. И одночубая, один гребешок. А у нее два. Видишь, два. Вот он старается как. Видишь, сзади у него маленькая голова, ты впереди расплюснутый. Видишь, она еще наклюет, а ничего там нету. Она это так. За компанию. Вон какой. Да ешь, ешь, давай, ешь. Ой, да деловой такой парень. Как выпущу, а там разные голуби, за ней ухаживать начинают. Они не понимают, что она инвалидка. У нее под крыльями там выросли уже, ну, кости у старого человека. А он начинает их гонять, ее отбивает. Вчера пытался он два раза топтать ее, как молодую. И она согнулась так, а потом что-то он голову под нее затолкал и дергался там. Ой, хороший какой, ой. Вот он как. Голову под нее засунет и сидит. Это вот так удивительно. Она-то старая, он молодой, но очень верный ей. И главное, что он там делает, головой-то засунет. То ли особое чувство, поет ей там серенады. И бывает, что-то там то ли воркует, я плохо слышу. Посмотри, какой он. И она сидит нахохлится по-другому. То обычно глаза заведет, а тут глаза смотрят у нее, все как надо. И вот залез-то как, он дальше никак не видать его, да? Я могу его задеть, спросить, ее сдвинуть с места как бы. Что там у тебя? Ну, что такое? И он как будто не чувствует, что я ее погладить хочу. Он так и сидит, как мертвый под ней. Он не видит, что я ее глажу. Вот она. Вот теперь голова его появляется. Посмотри, он как тяжело дышит-то. И крылышкой машет. Вот он. Это он под ней так сидит. Он говоркует или что? Вот какая любовь. Он намного моложе ее. Она пенсионерка, состарилась. А любовь у него, как Ромео и Джульетта. Вообще удивительно. Я его сдвинул, сейчас он не знает. Сейчас он ее повернет опять, спрячется. Я написал. Я вот не знаю, а как родители запомнят? Вот это обработка виз идет. Очень трудный английский виз. Анкета заполнять на английском языке. Ну вот, Виктор Николай. Какие там вопросы? Я бы никогда... Национальность, фамилия. Все, она около него. Видишь, какой у него носик-то восковой. Это восковка называется. Беленький. Нет, я могу сказать. Ключи, он очень-очень спокойный. Его берешь, он никогда не вырывается, ничего. Ему больше всех достается. В прошлом году чуть не погиб. Что-то у него там сзади застыло все. Я принес, оттаял его. А у меня голубка была одна. Ну, это такие бывают голуби. И она очень была ручная здесь. Я захожу как-то, а у нее на груди она ночью спала, и вот сюда клювик, и у нее настыло здесь, все застыло. Ну, теплый воздух-то из носа, а на улице это градусов 40. Ну как, отрывать их, значит, у нее перышки выдерутся, а здесь грудь будет голая, она застынет. Я ее никак, я тогда поднял вот так вот сюда и на голый живот ее положил, вот сюда вот этими. Льдом-то погрел, но долго сидеть не будешь никак. Я тогда ее в рот взял, эти сосульки-то, ртом отогрел, растаял, сплюнул все. Не заболеешь, ничего. Любовь побеждает-то. А она молчит. То ли понимает это все, тоже что-то у нее, видимо, с возрастом старое. Отогрел, а потом ее на живот и перья так распушил. И на животе живот это котел, если ты сытый, это котел. Ложиться на живот, всегда надо, когда на бетонном где-то в лагере, где тебя кидают, только на спину не ложись, почки сразу отстудишь. И я его на живот, ее подержал там, и маленько погодя, она высохла. Высохла, я ее вытащил, она еще сколько жила. Село Брусенцево. Видишь, он к ней голову опять мастит. Россия. Да, или СССР, ну, наверное, СССР. Подойди со всех сторон, покажи. Потом там зайди, сними маленько увеличенным планом. Это что есть? Как анкета какая? Прям вплотную наставь. Какое? Брусинцево?
Брусенцево. Не Брусенцово. Как правильно ударение? А? Ударение Брусенцово или Брусенцево в Усть-Пристанском районе село есть? Не знаю. Такое я не встречал. Потеряевка, я знаю где. Меня спрашивают, какое самое лучшее место в мире? Потеряевка. Есть ли дети у вас на ежедневном? Нет. А рыба самая хорошая какая? Гальян. Путешествует? Нет. Самое лучшее дерево это береза. Короче, здесь футболист Пеле был, его спросили, что вам больше всего в России понравилось. Он ответил, березки. Береза. Оказывается, в мире только три дерева есть с белой корой. Это секвойя еще какой-то там. Ну, главное, береза. А секвойя, она голая вообще. Береза. Тут и березовый сок, и веники парятся от всего, и почки, и кора из коры там делают, то есть ничего нету, и серку разную варят из этого. Дерево идет на черенки, на разное, на твердый материал, на вилы, на все идет. На плетение? А? Плетение идет из коры тоже? Да, но я сказал, что все из нее делается. Потому что береза, она, как считают, русское дерево. Один поэт писал, когда Мамай здесь проиграл, так он где-то там ворвался в березовую рощу, начал рубить молодняк шашкой. Ну, это вот здорово вообще-то. Как бы олицетворяет с русским народом. И когда отдельно растут где-то березки, всегда говорят, как хоровод девушек. Они такие красивые. Вот, это наше дерево. Вот братья пытаются написать. Будем надеяться, Господь поможет нам. Нас ждут в Англии. Особенно трудно. Да. Ты же не частный предприниматель? Нет, я не частный предприниматель. Опять пошел питаться. Опять полежал маленько. В зоб, видно, пища провалилась. Семечек-то нет, там пшеница питается. А тут семечек ему. И он сразу начинает набивать морду. Это глузоб свой. Вот он. Он не боится, что его светят. Это ему нипочем. Вот он какой. Да какой молодец. Это называется не коричневый, а палевый. А бывает коричневый. У меня беленький был, тот улетел где-то. Потеряевку его отвез. И рано открыли через 3 дня. И он вылетел и исчез. Дорогой, может, коршун поймал. Вот он как. Голубь. Одна из самых глупых птиц на земле – голубь. Голуби глупые. Ефрем говорит, как глупый голубь. Господь сравнивает. Это не мое сравнение. Есть правильно, не может. За детьми ухаживает. Как попало. Много погибает. Вот только выводится. Маленько погодя, еще не вырастили, ничего. Скорее другое гнездо делает и дальше. Ну вот как цыгане какие. Ни одного еще не вырастили, а скорее второго заводят. Вот она теперь распушилась, ей трудно. Ну что ты села? Там муж пришел. Ну иди к нему, иди. Иди, иди к нему. Ну. Вот он где. А он даже ничего смотрит. Да какой красавец. Давай, ешь, ешь. Вплотную рядом тут, сантиметров 30 от его клюва, он как ест. Называется не коричневый, а палевый. Палевый. У него штанишки, видно, подрезанные, тоже подрезал я. Ну, я не голубевод, просто любитель голубей. Лет 60 уже держу с перерывами. В бараке жил, тогда у меня не было их. Вот не знаю, привязанность какая-то к ним. Люблю и все. А кроме траты на них ничего нету. Красота. А Игорь дает отходы, барабаш. Спасибо, Господи. Вот говорят, такой-то там на меня вот сделал то-то. Ничего один не сделаешь. Это пустой разговор. Везде все, братья, как говорят. Это все сделало братья, ну и я с ними был. Хоть занятия, хоть что. Один, что ты будешь делать? Вот некоторые под старость судят. Кого-то виновата страна, виноваты правители, маленькая пенсия, один заброшенный, там где-то престарелый в домах. И, ну, это все говорят, это правильно. Ну, мне 75 лет будет уже через месяц, считай, полтора. Я ни одного слова сказать не могу. Пенсия минимальнейшая, меньше меня ни один бомж не получает. Власти так сделали. Не давали работать, сторожем работал. Но у меня все время вокруг друзья, все время... Вот сегодня рыбы понатащили, рыбный день сегодня вербная. Христос вход Господень в Иерусалим, а у нас вход рыбы в наши комнаты, в наши желудки. Монахи так отметили, но мы и принимаем это. Нам хорошо. 16 тысяч.
Вот. И всюду друзья, веселье, есть и враги. Без них тоже нельзя. Это в мире нету, микробы разные бывают. И наоборот, в старости есть свои плюсы. Вот беды какие впереди обещают там. А ты знаешь, что ты до них не доживешь. Дальше опыт. Вот говорят, маразм, ума и прочее. Это как правило, не всегда, но и так. Это большинство того, что ни о чем не думает. Телевизор пялится и все. А мы вот каждый день считаем молитву. Мы поминаем всех правителей от Горбачева, которые у меня были там, режиссер Карен Геворгян приехал, поминаем его. Ну, Стерлигова Германа, Александра Невзорова, уж перечисляем. Изобретателя мобильного телефона Мартина Купера и интернета Бернес Ли Тим. Ну, то есть всех, кого знаем. Почему? Потому что люди это нуждаются в помощи. Они оказали нам большую помощь. Вот сейчас Украина, она нас побуждает многократно и ночью, и днем на молитву. Молиться. Потому что это запрограммировали, драка идет, убивает друг друга. А за кого вы? Я за истину, а истину никто не знает. За Христа. Вот. Рассказывает, вывели на расстрел одного священника, вывезли его там где-то на Балтийском море, и с ним два сына, они белогвардейские офицеры были. Ну и красноармейцы их спрашивают, кого первых расстрелять-то? Ну, как обычно, там герои, меня. Он говорит, конечно, сыновей расстреляйте сначала. А ты еще, поп, испугался? Да нет, говорит. Если они увидят мою смерть, они могут поколебаться, а я их увещеваю, умрите достойно. По нашим грехам Бог многое простит. Надо умно рассуждать. Вот. Когда было, был мятеж, статуи повалили, там было Феодосия. Ну и на стадион ворвались тогдашние воины, подряд всех убивали. И одного из зрителей захватили, с ним были сыновья. Тоже самый вопрос, кого первого убить? Я думаю, мы поедем в Украину. Если они скажут одного убить, тут ясно кого. Тут уже я должен пойти. Я все сделал, все отдал, в книгах себя оставил, в своих детях. А есть вот у нас и один не женатый еще, вот, и другой нужен, без него машина не пойдет. А если трое кто, то вот первые они должны умереть. Потому что я могу еще поубеждать, думаю, что это правильно, как вот этот отец, что я крепко стою и я не заколеблюсь, мне смерти, смертью пугать меня не надо, ее просто нету. Я верю в воскресение из мертвых. Вот, поэтому... Если на всех троих, то так. А если так, то есть я все это заранее обдумываю. Как будет? Узнаем. Советуют нам объехать Украину. Это 2000 километров лишних сделать. Это не 2 километра. Ну, как Бог даст. Если Богу угодно, значит, мы выйдем. Он за, под нее залез. Я сейчас его вытащу сюда, ее. Ну, иди сюда, иди. Вот она моя красавица такая. И вот он мой красавец. Подожди. Вот он где. Вот он пошел гоголем. Ну. Он сейчас полетит к себе туда. Ему гнездо надо там видеть. Я мог бы ящик поставить. Ну а что он сделает один-то? Он ее любит. И видимо у него тут есть. Я видел, тут он какую-то любовь заводил. Ну а она уже вышла замуж за другого. Чернушка к нему была сильно так. А он, видимо, я его раза два привел сюда, и он, вот он пошел, вот так. Они часто оправляются. Почему? Чтобы вес был легкий все время. Это для полета. У таких млекопитающих кости напоены жиром, костный мозг. А у птиц нету, пустотелые. Он легкий должен быть. Видишь, какая у него грудь-то широкая. Грудь широкая. Это ну, здоровый, крепкий голубь самец. Вот он как. А что-то убирает. Мне дали лекарство такое, им сбрызгивать надо. У них какие-то там бывают насекомые. Ну, я один раз сделал ее, она перестала искать. А то все время под ними ищет. Посмотрели, а там действительно насекомые. Вот так. Красавец. Красавец какой. Ой, какая грудь. И вот стоят с часами на одной ноге. Какой вестибулярный аппарат у них хороший. Вот. Вот так пойдет. Он сейчас подойдет к ней, может быть, любоваться будет. Вот, пускай так. Что, так, подожди. Он это или намачивает особым запахом клюв. Да? Два варианта. А другой перышки подправляет. Да, и попутно, может быть, насекомых гоняет.
И она совсем нос закрыла. Ей, видимо, холодно. Ну, как старые люди, там 10 щелков надевают, да. Вот. Кровь-то холодная, как вода в колодце в глубоком. Ну, это дополнительный... А он-то горячий мужик. Вот он какой, вот он. Видите, это дышь крутил. Все это проверяет. Сейчас подойдет к ней, может быть. Ну, он нас видит, беспокоим мы его. Да? Да, да, да. Какую сумму фунтов стерлингов вы тратите? Вот он, вот он начинает целовать ее, видишь, как поцеловал. 70. У него клюев. Я заработал. Откуда ты остальные деньги берешь на поездку? Найди, ну, где его, чтобы видно было. Может быть, было надо опустить шторку, да? Нет. Нет? Какая сумма фунтов стерлингов для того, чтобы ежемесячный доход? Вот он может вылететь сейчас, поснимаем. Ничего не выглядит. Ноль?